Камчатские спасатели вернулись домой из зоны ЧС в Амурской области. В Приамурье они отправились 6 августа. Более 20 дней спасатели вместе со своими коллегами из других регионов боролись с последствиями паводков. Оказывали адресную помощь местным жителям, проводили берегоукрепительные работы, откачку воды из подтопленных домов и социальных объектов, а также следили за уровнем воды в реках. Сейчас паводковая обстановка в Амурской области постепенно стабилизируется. Вода уходит из жилых домов и участков. Но на территории региона продолжает действовать режим ЧС. Сотрудники краевого МЧС не в первый раз отправляются в соседние регионы. Так, в прошлые годы наши спасатели в Якутии боролись с природными пожарами, а в период сложной паводковой обстановки помогали в Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях и в других регионах.